Гоцентр известен как центр металлообработки 17 века. Местные мастера изготавливали котлы, водоносные сосуды, кухонную утварь. Из поколения в поколение передается легенда о возникновении здесь медно-чеканного промысла. Рассказывают, что в старину посуду в Гоцентре делали только из дерева, и, чтобы вскипятить в ней воду, туда бросали раскаленные камни. Однажды гоцентринцы захватили много пленных. Старейшины Ауна решили узнать, есть ли среди них ремесленники. По указанию старейшин, самую узкую улочку аула посыпали древесным углем и провели по ней пленных. Те, у кого ступни ног остались чистыми, мастера. «Они не давили уголь, потому что знают ему цену», — сказали старейшины. Первым известным мастером по обработке металла в Гоцентре по преданию был Ахкубек, потом Муса. Гоцентринские медники ковали котлы, а позже стали делать знаменитые водолейные и водоносные кувшины, украшенные чеканкой и гравировкой. Медочеканщиков у нас очень много было. Даже тут можно было по стуку узнать, где там Абдулапур работает, где Масхаджав работает, где там Абдулах работает. Значит, по стуку можно. Значит, медочеканщиков много. Все медочеканщики, которые непосредственно вручную ковали эти медные кувшины, делал последний мастер, умер 3 месяца назад. В 18 веке в этих местах стали производить серебряные украшения – подвески, браслеты, а позднее художественно оформленное оружие – шашки, кинжалы, пистолеты. По сравнению с губачинским, гоцентринский промысел более молодой, но по изяществу и сложности отделки изделия местных мастеров не уступают губачинским. Главное отличие в орнаментике – у гоцентринцев черневой орнамент в основном применяется в качестве фона, по которому рассыпан основной узор. Гоцентринский орнамент более лаконичен, но очень изящен. В 1958 году в Гоцентре был образован художественный комбинат. Его первым директором стал мастер-ювелир Магомед Джамалудинов. Комбинат выпускал сувениры, женские украшения, традиционный винный бокал «Рок Канц». Традиционные наши кувшины, кумганы, канцы, роги, это уже Гоцентре узнавали по этой продукции. Да. И в то время, и покупали, спрос был на эти изделия. Значит, в основном эти сервизы, их несколько вариантов было, с подносами, рюмками, с кувшинчиками, традиционные наши. Приезжие покупали. А канцы, как кавказский сувенир, тоже большим способом пользовался, и возили тоже где курортные зоны, тоже там как кавказский сувенир. В общем, нормальный сам покупательский спрос был, и значит, и зарплату рабочего времени могли давать, значит, и определенные, значит, деньги имели, и, значит, на дополнительные там что-то создавать на предприятии, значит, и могли премировать рабочих и непосредственно художников, мастеров, ездить в творческие командировки. Значит. Существует несколько основных видов гоцентринского орнамента. Один из самых древних – жубараб-накыш. Другие самые распространенные орнаменты – кахаб-накыш и чаяраб-накыш. Они отличаются друг от друга способом воспроизведения рисунка. Если он белый на черном фоне, то это кахаб, а если наоборот – чаяраб. В женских украшениях используется симметричный орнамент дамган. Но при создании того или иного произведения настоящий мастер, а других в Гоцентре просто нет, умело комбинирует разные виды орнаментов, добавляя к уже к известным свои собственные. Так известный мастер Базарган Гимбатов творчески переработал древний орнамент Чаландара и Жубараб-накыш и на их основе создал новый, который известен среди профессионалов и знатоков гоцентринского искусства как орнамент Гимбатова. Высокохудожественные изделия гоцентринских мастеров неоднократно экспонировались на отечественных и международных выставках. Они хранятся в фондах самых известных отечественных музеев. Здесь работали прекрасные мастера, здесь были известные мастера своего времени, и как и Базарган Гимбатов, лауреат премии имени Рыбина, государственной премии, заслуженный художник Российской Федерации, Жамалдин Магомед Казиевич, народный художник Российской Федерации. Да, и очень много таких мастеров, которые прославили этот промысел. Здесь можно увидеть настолько народов, да, и столько, имеется в виду, которые приходящих, уходящих мастеров, да. Это был большой праздник для села. Да.
Ну, по мнению некоторых, которые высказывают, что сегодня нет перспективы развития данного промысла, я с этим не согласен. Потому что проводится очень большая работа сегодня и в рамках республиканской программы, и в рамках других программ, связанных с стратегией развития нашей экономики до 2020 года. Да. Но как я и как мастер, и как художник, да, я всегда оптимистически настроен, что перспективы развития нашего промысла колоссальны. Перспективы. Почему? Ну, тем более здесь, в Ацатле, больше, чем в других регионах сегодня. Почему я об этом говорю? Потому что здесь можно создать, имеется вот такой райский уголок, который мечтали бы и другие тоже сегодня. Здесь строится Гатерлинский ГЭС. Здесь замечательный промысел. Это мы так называем абарское серебро. Здесь Арцул Старзабы, которые работали веками, которые работали здесь, на этой территории. Здесь прекрасно можно создать туристический маршрут. Да. Здесь прекрасные сады. Но это все надо восстановить сегодня. Но я думаю, мы сумеем в какой-то степени вот настроение людей, которые говорят, что нет перспективы развития медленно-чеканного дела или искусства Гацатля, я с этим не согласен. Потому что нам надо работать с людьми. Надо работать, имеется в виду, не только с теми, которые работают здесь. Надо работать, имеется в виду, и подрастающим поколением. Да. И надо вести эти занятия и в школах, и в дошкольных учреждениях. И надо работать с населением, чтобы людей привлекать. Мы прекрасно знаем, здесь все говорят, что здесь другие времена сегодня. Не времена, а другие. Времена, конечно, речь идет о научно-технической прогрессе сегодня, то, что сегодня происходит. Но вот такое объединение, благодаря нашим промыслам республики, благодаря кувачинцам, унцукульцам, гацатлинцам, балхарцам, сохранили целые народы, имеется в виду наши родные языки. Да. Люди, которые проживают на этих территориях. А где можно взять такие, например, сегодня? Или если сравнить с другими районами, да. Мы потеряли лакское ювелирное дело. Это почему? Потому что люди переселились на плоскости, и они растворились в общей массе. Да. Чтобы это не произошло сегодня, но нужна серьезная, имеется в виду, серьезная работа по сохранению данного, имеется в виду, промысла, имеется в виду вот ювелирное дело Гацатля, медно-чеканное дело Гацатля и других промыслов, в том числе, чтобы мы по-государственному думали о развитии, о дальнейшем развитии, о дальнейшем сохранении наших вековых традиций, имеется в виду, обработки различных материалов, и серебра, и дерева. И ковроделие, прекрасное нашего Дагестана, которые проставили нас на весь мир. Но эта возможность у нас последняя существует. Расцвет гацатлинского промысла пришелся на 70-е и 80-е годы прошлого века. Тогда на комбинате работало более 200 мастеров, которые изготавливали из серебра и мельхиора разнообразную посуду и женские украшения. Потом в стране произошло столько масштабных исторических событий за небольшой период времени, что было не до народных промыслов. Без государственной поддержки комбинату пришлось тяжело. Многие мастера, подобно своим прадедам, были вынуждены зарабатывать на жизнь кустарным способом. Но главное, секреты старинного искусства не были безвозвратно утеряны. Тот промысел, которым мы занимаемся здесь, этот промысел, который нам достался от предков. Если мы оставим этот промысел, это значит, мы предадим и память предков своих. А вот наследство, которое досталось, действительно незавидное, очень плачевном состоянии, с миллионными долгами и так далее, и так далее. И кроме того, целых 2 года комбинат не работал, заржавевший механизм, прежде чем заново работал, его надо хорошенько обильно смазать. Государство не будет какую-то финансовую поддержку оказывать, мы сами это вообще ничего не сможем сделать. Нужно ли это государству? Тут ответ уже однозначный. Обязательно нужно, потому что вот те ремесла, которые занимаются дагестанцы, вот культурное наследие, которое нам досталось от наших предков, это как раз таки один из самых ярких признаков самоидентификации дагестанцев. Дагестанцы гордились и будут гордиться, надеюсь, тем, что именно в Дагестане производятся такие шикарные, уникальные шедевры и ювелирного производства, и насечки по дереву, и ковры. А у нас народ очень талантливый, а талант тоже надо подпитывать, чтобы его развивать. Я это к чему говорю? К тому, что
Это и в интересах государственной власти именно в Дагестане, чтобы люди были заняты и обязательно рабочие места создавать. Думаю, что все-таки надо смотреть в будущее с оптимизмом, потому что заранее поставил крест на том, что возможно ли это поднять, браться за это не стоит. И если уж взялся за это дело, но у меня намерение во всяком случае хотя бы, чтобы комбинат более-менее стабильно работал и обеспечил работать человек 30-40, это будет уже достижение. А можем ли мы делать хорошие вещи, это безусловно. Народ не только в Гацарле, вообще дагестанцы у нас очень талантливый народ. Фантазия работает очень буйно. А кто хочет что-то делать, он всегда найдет пути, выходы. Будем биться, все равно мы выход найдем и достучимся и до самых верхов правительства, до тех пор, пока они нам не помогут. Вот сейчас в департаменте по народно-художественным промыслам был объявлен конкурс о выделении небольших денежных средств на центр ремесел. И по конкурсу мы выиграли грант, вот 200 тысяч рублей, чтобы с помощью этих финансов хотя бы хоть что-то могли сделать, чтобы восстановить ремесла. Вот молодежь, которую мы обучаем, им сырье, материалы хотя бы купить. Вот эта поддержка у нас, скорее всего, сейчас будет. А так, корпуса разваливаются, негде работать, ни одного помещения нормального нету. Но пока женщина есть на свете, ювелирный промысел не может угаснуть, потому что каждая женщина хочет отличаться от другой, а мы этому способствуем.